Ребята, абсолютно не знаю, что говорить и что снимать про Москву. Вот сейчас я на Красной площади, это Спасская башня. Она только что звенела, у тебя такое сразу ощущение Нового года появляется. Ну, потому что именно это мы все про нее знаем, и именно это мы все про нее слышим. А вообще, Красная площадь, ну, она во многом шикарная. Это центр нашей страны, прямо центр нашей родины. По-другому не скажешь. За моей спиной, кстати, вон храм Василия Блаженного. И во многом Москва в этом похожа на Питер. Там такой же есть храм, и на Москве-реке стоит вот этот вот Петровский корабль или что-то такое. Я на самом деле не готовился, понятное дело, к этому ролику. И просто буду снимать, что вижу, и этого, наверное, достаточно. Вот, поэтому обязательно поправляйте меня в комментариях и рассказывайте, что сами знаете. Это видео – мой субъективный взгляд на объект, субъект, событие или местность. Прошу простить мне информационные неточности и манеру подачи. Ходят слухи, я не знаю, правда это или нет, что вот эту вот облицовку УЗТМ когда-то выпускал Уральский завод тяжелого машиностроения. Если аутентичную Москву хочется посмотреть, то, конечно, это невозможно, потому что Москва вообще-то была белокаменной. И если мы вспомним какой-нибудь фильм по типу «Иван Васильевич меняет профессию», то там Москва именно белокаменная. Жилье брать демонов! Конечно, сейчас Кремль уже не тот, он уже перестроен. Мы знаем, что Москва горела ну просто несколько раз, да, во время экспансии Наполеона. И это во многом это понимание русского народа, когда нельзя ничего отдать врагу, а все нужно сжечь. Это нас очень характеризует. Но вот здесь вот есть такой кусочек, и, возможно, она... Вот настоящая Москва когда-то выглядела именно вот так, как эта арка. Очень похожа на правду, на самом деле. Думаю, что в Москве нечего снимать и показывать, но если ты здесь гуляешь, и на самом деле ты понимаешь, что у нас на Урале, нашему городу 300 лет, но Москве-то ведь не 300, Москве целая 1000. И ты такой идешь, и раз... Нужно понимать, что когда мы говорим о Москве и Екатеринбурге, мы не говорим о городах, мы говорим об исторических местностях. И здесь даты несколько иные. Остаток, ну, очевидно, что, судя по этому, это фундамент. И очевидно, что, судя по этому фундаменту, это остаток церкви. И это очень круто. И многие вещи, мы сейчас прочитаем с вами, что это такое. Но вообще, вот некоторые вещи, они похожи ровно такие же, как здесь. Такие же они и на Урале, хоть есть эта разница в 300. Уралу, Екатеринбургу 300 лет, Москве 1000. И вот это, например, жернова. Но мы сейчас прочитаем с вами, что тут написано. Белокаменное основание церкви Святой Троицы на Старых Полях, 1565 год. Очень круто и очень говорит как раз вот о белокаменности Москвы, о чем я только что рассказывал. Ну и если мы посмотрим, как это выглядит, ну просто очень шикарно. Это очень напоминает Европу уже, очень напоминает европейские замки. И наверняка церковь-то сама, скорее всего, была все-таки деревянной, но вот ее основание, оно каменное, и это фундамент. Возможно, церковь за несколько сотен лет много раз перестраивалась, но фундамент оставался прежним. И есть очень крутые вещи, они просто как руны какие-то выглядят, но это просто очень шикарно.
большой театр. Ну, я так понимаю, что я не очень фанат вообще всей этой театральной жизни. Вот он, малый справа. И, насколько я понимаю, где-то там за фонтанами еще какой-то. И неофициально это площадь трех театров. Но она, конечно же, красивая. Если вы что-то про нее знаете, тоже пишите. Ну, прям вот вообще про все пишите. Красиво выглядит. Даже можно сказать, что в нем готика есть какая-то. Самый главный, самый шикарный магазин нашей страны. У нас есть ЦУМ, где-то есть ГУМ. И наверняка в вашем городе тоже есть какой-то такой шикарный магазин. Обязательно про него пишите в комментариях. Я бы, кстати, совсем не сказал, что в Москве дорого кушать. Если поискать в интернет-места, то вполне можно найти гамбургеры приличные, очень-очень-очень приличные, по рублей 300-400. Этот, например, с говядиной под трюфельным соусом. Тоже очень крутой. Он, видимо, с олениной и брусникой. И выглядит это мясо, ну, просто очень шикарно, и я его тоже сейчас буду есть. Вот такая вот у нас получилась прогулочка маленькая. Я надеюсь, что у меня еще будет время что-то еще поснимать. Москва очень крутая. Это просто очень такой европейский город, и вспоминается сразу и Киев, и Тель-Авив, и все что угодно. Она просто очень крутая. Так что оставайтесь с нами. Это никакой такой не исторический ролик, это просто мой маленький блог про мое маленькое, совсем нежданное путешествие. Все, с вами был я, Анисимов Дмитрий, клуб интеллектуального туризма. Смотрите нас и дальше. Пока!